Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ребята, совсем недавно состоялся глобальный релиз игры «Мертвый мир» от разработчика GameLoft. В общем, ребята, я также знаю, что многие люди еще играли в нее до релиза, но у меня, в принципе, не получалось в нее поиграть, потому что у меня были какие-то непонятные проблемы со сервером. Но сейчас эти проблемы все равно продолжились, но у меня получилось все-таки зайти в эту игру, и сейчас вместе с вами мы будем проходить тренировочку. Ну что... Давайте сперва зайдем в настройки, посмотрим, что у нас тут. Так, получается, настройки игры. Ясненько, здесь настроено, в принципе, так, как надо, поэтому здесь я лазить не буду. Но все равно я вам покажу, что здесь вообще имеется. Так, поддержка и условия использования. Так, ну что, давайте уже поиграем. Сперва выберем сервер, где у меня уже создан персонаж. Теперь я вам, ребята, расскажу более подробно, какие у меня проблемы были. Когда я ее скачал, я загрузил, получается, кэш более 1 гига. И потом зашел, создал персонажа, все было очень круто, но потом я никак не мог зайти и не играть. Ну, поиграть, чтобы. Потому что у меня просто была вот эта фановая картиночка, и все. Я перезаходил и пытался заново зайти, менял сервера, но у меня никак не получалось. Она зависала, она глючила, блин. Но все равно, ребята, у меня как-то непонятно получилось, что я создал все-таки своего персонажа, и теперь я смогу, в принципе, играть в эту игру. Если вы не верите, что такие проблемы сейчас имеются, то вы можете, в принципе, почитать комментарии, и вы во всем, в принципе, убедитесь сами. Потому что многие писали, что очень много багов. Игра зависает, она не работает, она не заходит, проблемы со сервером и все прочее. Это фигово, ребята. Я не знаю, почему так, но, как видите, игра немножко подлагивает. Я графику не настраивал, она стоит, в принципе, такая, как и в начале, да, по стандарту, поэтому я не знаю, почему она немножко подлагивает. Ну, игра очень, ребята, крутая, тем более от этого популярного разработчика, да, обалденная игрушка, она мне очень сильно нравится, вот, проходя тренировочку, но, как видите, ребята, здесь очень много, в принципе, багов, и это, как бы, сырой проект от разработчика GameLoft, удивительно, да? Я офигел. Вот, честно скажу, я более часто пытался зайти в эту игру. Вот, ребята, вот, честно, поверьте. Ну все равно, ребята, потому что я хотел записать обзор на эту игру, у меня получилось как-то зайти, и все равно я записываю сейчас для вас обзор. Конечно, ссылка будет в описании, скачивайте. Я не знаю, что получится у вас. Возможно, и получится зайти, возможно, и не получится. Все, в принципе, возможно. Так. Ё-моё, нифига себе он большой. Давайте убежим, потому что он чем-то там бульется. Так, стреляем в него, стреляем. Также у нас, получается, имеется в начале игры выбор персонажей, я вам об этом говорил, но также у нас имеется три выбора персонажа. Вот, получается, этот вот, который сейчас у меня, потом второй, такой большой, он там, получается, с мечом или с чем, и выбор девушки, получается, и также там по мелочи можете настраивать цвет волос, там... Оружие поменять, я, получается, себе взял вот такой вот пулемет, а также был, получается, обычный АК-47, но все же я взял пулемет. Так, ну что я еще могу сказать? О весе я вам, ребята, говорил. Вы сейчас скачиваете из Play Market, там она очень мало весит, но потом, когда вы заходите в игру, вы уже будете докачивать дополнительный контент, который весит больше 1 гига. В принципе, что удивительно, да? Но все же я рад, что я все-таки смог зайти в эту игру и сейчас записываю для вас обзор. Все-таки многие ее ждали, но некоторым, ребята, ожидания просто-напросто... превратилась просто в нечто, да, потому что многие ждали, ее с удовольствием качают, но когда заходят, они просто-напросто не могут в нее поиграть, потому что происходят какие-то непонятные ошибки со сервером. Здесь есть всего лишь 3 сервера, и один получается новый, но уже заполненный. Он моргает таким, знаете, красным значком. И 2 сервера, это убежище и проспект. Я в убежище заходил, я никак не мог зайти, и вот в проспекте у меня получилось все-таки создать своего персонажа, и теперь... мы вместе с вами играем. Вот и все, ребята. Так. Ну что здесь? Так. Нажимаем сюда. Так, нифига себе, здесь какая-то мясорубка происходит. Все бегают. Ох, нифига себе, сколько много, посмотрите. Ха, офигеть. Как видите, у некоторых тоже получается зайти и поиграть. Ну, большинство людей просто-напросто не получается, ребята, понимаете? Так, а что нам делать-то? Эй! Ну, здесь много, ребята, всего, посмотрите, вот инструкция какая-то, что там еще? Так, уходи отсюда, как мне убрать его? Так, блин,
Так, вот достижения я вижу. Так, ну это понятно, это через марки, да. Во, что надо, да, это донат у нас. Ну, в принципе, как без него, тем более в игре от Game Loft, ну ё-моё. Так, я нажал на эту кнопочку и давайте под... А, вот. О, все, начинаем играть. Нормально. Просто надо было, ребята, постоять и ждать, пока это все сработает. А то мы бегали, как, блин, дурачки. И поэтому она не могла, в принципе, сработать. Ну ладно. Так, ну что? Пойдемте мочить. Вот и зомби. Давайте. Вот так вот. Не забываем, ребята, что графика настроена так, как сама дает игра по стандарту все. И как бы. Камера у нас отдаленная, но можно все это настроить под себя. Так, а можно сейчас в настройки зайти? Так. Нет, сейчас мы уже в настройки не зайдем. Это надо где-то в начале игры это все менять, если вам это надо, конечно же. Либо же в главном меню, да? Угу. Ну, все равно пойдет, в принципе, поиграть. Мне нравится эта игрушка. Но вот что она багнутая, да, то что вот эти проблемы с сервером иногда бывают лаги. На мощном устройстве. Я не хвалю сейчас свой телефон, но я просто, ребята, вам говорю так, как есть. Но будем надеяться, что это все исправится, и уже можно играть без проблем, да, без зависаний, без лагов, чтобы сервера работали отлично. Посмотрите, ребята, какой большой гигант, ё-моё, вот это зомби. Давайте сейчас к нему подойдем и будем его мочить. Так, это он у меня что? А, понятненько. Так, перезарядка, здесь зомби. Что-то я один, и больше нету никого здесь, а? Или я один здесь выполняю задание, или чё? Да, понятно, я один здесь. Поговорите с выжившим. Вот, получается, нажимаем вот сюда, вот и происходит автовыполнение задания. Это очень круто, потому что иногда ты сам не поймешь, да, куда тебе надо идти. А тут нажал на эту кнопочку, и ты уже сам, сама игра выполняет за тебя задание. О, круто, можно просто смотреть, и пусть он сам мочит зомби этих, выполняет свои задания, и все, а мы уже будем с вами разговаривать. Ну, в принципе, уже не о чем разговаривать. Мы обо всем поговорили с вами. О проблемах в этой игре. О самой игре, да. Ну, будем смотреть, что получится дальше из этой игры. Будем надеяться, ребята. Главная надежда, что из этого получится. Ну, а также, пока мы, ребята, бежим, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. И также можете написать комментарий, крутой комментарий, чтобы я вам поставил лайк. Ну, на этом, я думаю, сейчас будем прощаться. Сейчас давайте выполним это задание и будем с вами прощаться. Так, подбегаем к Константину. И чё? Так, помогаем ему, да? Так, помогли, и задание выполнено. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.